Потому что Я тебе могу проходка. на это зайти, на ГДК тоже. Сейчас подумаем, блядь. Сейчас мы нахуй КД всем повешаем, пока, блядь, это. Газлопата, Фонкич нахуй. Это залупа полная нахуй. Килая. Короче, я хуй знает. Айскнайт это пиздец, нахуй. Что-то учи, блядь, не знаю. Айскнайт, Газлопата, Далорант. Портуйтесь, блядь, отдыхайте. Смотрите видео сейчас, блядь. Стрим вам дам, смотрите, блядь. У вас пиздец. Все хуево. Во-первых, ДПС, а нихуя, как танк тоже, блядь, идет замораживаться, нихуя не видит. Так, допустим, если отморозка тебя нахапала. Вот, и надо еще кого-то. Кого ты говоришь? Давай, пускай кто там заходит, кто есть. Решайте, я покурю пока. Я вас, это, ребята, предупреждаю, ко мне скоро приедут, и я, наверное, съебусь. Видимо, такими темпами не успею даже сейчас с вами. Кто? Кто это? Морозок. Короче, блять. Ладно, один хуй это. Не знаю, нахуй сейчас все КД перевешаем всем, блять. Короче, это самое. Ну, нахапала Нурик, наверное. Там еще есть еще Вероники есть. Отморозок в мишку, блять. А у кого там еще есть танк? У кого танк есть, который это не заморозится в метке? Отморозок ты шаришь, да? Кто еще там убийца? Я не знаю, какой у тебя шмот. Тебя разъебет, наверное, Синдра. Меня порвет убийцу. Убийца будет убит. Давай, да. Отморозок ты, короче, будешь шаришь, да? Просто поменять меня и все, блядь. Только не заморозься, когда ко мне бежать будешь. Ты мейнить будешь, да? Да-да. Ты будешь просто чилить. Иннеры кидать там, бэры. Расслабоне начали буду бегать. Вот надо булки. Я зайти могу. Могу зайти, но во время боя или подождете еще там сколько, 5-6 минут, там у вас лапка пройдет. В смысле, ты не в игре, что ли? Я в игре, просто слабка есть. У него маска. Это, плюс они, возьмите его в пати, блядь. Подождем эту маску, блядь. 532, нахуй, сопротивление магии льда, вот это да, нахуй. У тебя? Угу. Ну, ты жесткий. Во время боя пройдет, может. Грудак поменяю, 4 сотки оставлю, хватит нахуй. Био, да, пока там отойдите, умойтесь, блядь. И кто тактику хуево знает, как газлопата, блядь, прочитайте еще раз. Потому что это пиздец, ребята, я не знаю, нахуй. Ну, если вы не видите эти метки, ну, нахуя проходка? В РС-ку придешь, а эскнайт, и там пиздец будет, там еще хлеще. Чё там танч, только свет. На следующем КД попробуешь, но я не знаю, будут изменения, нет? Потому что это пиздец. Ну, я не знаю, как тебя тянуть, что делать. Все, что надо на последней фазе, это смотреть вот на звезду, туда идут люди с меткой. И все. Отойти, человек заморозился. Пока воды попьет, там игра заходит у меня. На, давай. Булкину, дайте тебе пати. Булкин, плюс они куда-то, блядь. Сейчас поймаю. Пиздец просто. Так неудобно. Я не знаю, что вы там раскидали, вот эта пати. Я сюда закинул, чтобы маги хилились от шипешника. Вот так пусть будет. 4 друида в каждой пати по друиду. Если что, дадут спокойствие в конце. Пускай так будет. Потом кто-то ДКшник и хапал еще. Давай сумнем Булкина смотреть, сколько у него там КД этой хуйни. Да я уже почти на месте. Ну там, блядь, 5 минут. Ну, пиздец. Я не понимаю, даже... почему ты это сразу не мог исправление сделать? Что-то ты поздно его сделал. Я несколько раз нажимал, не исправлялось, вообще не работало. Постепенно, через какое-то время. Он нажал просто, оно это повесилось, он думал, оно будет тикать, когда выйдет из игры, и видишь, он вышел и зашел, и хуй там плавал. Понятно. Ну, наруто был живой, как в глыбе, и звук от глыбы был. Это бред какой-то, у меня впервые такое. Зависло все, когда этот, первая метка пошла. Все должны были отбегать из звездочки. А у меня все, крашнулась игра. Где там хурюк? Пускай там Тиз заходит, Линкантин, Дис.
Кидай пати. Плюс они куда-нибудь волчат куда-нибудь. Так, два хапала сейчас будет, надеюсь, покруче будет. Давай там пати хурику. А я что, плохо хилил деревом? Там нормально было, по-моему. Да нормально, но, блядь, ты танка сейчас заменяешь. Вы сейчас РДД на Мелика поменяли? Так, не знаю. Нихуя не знаю. Ну, вы ханта на БДК поменяли. Ну, по сути, у нас сколько сейчас посчитаем? Будет 9 РДД с хантами. Это нормально, по идее. Ну, еще более-менее. Ну, типа, если еще убавлять, то пиздец. Сейчас мы ДКшника возьмем. Где он там, Хурюк этот? Этот, Женя, напиши ему, Хурюку он пойдет. Чё ж ты ему не написал? Всем привет. Я ему написал, что-то в Сурковске. Здорово. Здорово, давно не виделись. Как оно? Не знаю, блядь. Я, ну, я не знаю просто, блядь. Ice Knight, пускай во второй рейд ходит, ну... Вайпает их там. Они и так на 8 боссов. Я не знаю просто, ну, это пиздец. Кого у вас не хватает? Надо просто объяснить ему, что как делать по-человечески. Норик, Норик. О. Я могу попробовать Серегу позвать, ему все равно ничего не надо, чисто лича убить. Ну давай, пусть. Ну я попробую, сейчас ему напишу. Ну, у нас ДД. Ну, он на Союза идет, наверное. Только мордонец поздоровался, это ж танк. Не, ему Навально. Но я могу зайти помочь. Сейчас, ты если что, если вдруг отморозок уйдет, там, во сколько ты уходишь от отморозок? Это время неизвестно, как приедут. Mm. А у вас ДД не хватает? Ну. Нам не хватает уверенности в себе и тактики. Ну, вообще РДД точнее. Милик еще можно. Что там с хуликом? Кто-то там вообще и откликается. Он вышел оттуда из сети. Да, я же сказал, он вышел. Чел понял, что его ждет. Не знаю, блядь. Керус он напишет, он в лиге сидит. Ну, раз он в лиге сидит, ну хуй выйдет с ней. Пока не проебет. Сегодня тоже предчувствие было, типа, нахуй РТ, иди в ЗА. Блять. Может мордонца взять ДКшником и отморозков шестого хила ебануть? Или в кота. Зачем я могу обратно на ханта сесть просто и все? Да, ты не словил когда еще? Нет. Давай, это, взять, не взять. Что там, никто не бери, откликается? Бери. Не, вообще никого нет. Только мордонец, время. Мордонец, давай заходи, ебать, мы просто сидим, нихуя не делаем. На ДК. Все на ханта или так же? Я на ДК и так. Дайте ему пати тогда. Да, заходи. Отморозок обратно в хила. Проброс, блять. Я там кикал ханта, еще плюсанешь куда-то. Да просто мне дай ассист на свой ремейджу. А, да не надо, подожди. Давай так. Я забыл, что ты у меня в друзьях есть. Так, хант еще. А ты в какой пати был? Не знаю. Давай, будешь первый. Войд. Чего? Сапроты или ДД фласки пьем? Сапроты. Ставьте шкаф, сейчас два тела сумнем и начнем. А куда ДК делся, которому мы проходку делали? Заморозился с глыбой вместе. Когда шел меня менять, я сдох. Бывает. Короче, как мы с тобой делали, так и будем делать. Ну, скинул, сразу идешь. Ни притяжки не ждем, ничего. Просто ПКД меняем и все. А где чё там? Это? Я это, по телефону говорил, я опять в дерево? Да, опять, да. Да ёбаный рот, я все камни так прожгу с вами, нахуй. Ну, сори. Плюсуй там где-то, или ты не зашел еще? Он еще не зашел. О, зашел.
А, Хорюку свет в доме офнули. А, да? Я вот здесь прыгаю, вот. Сейчас, короче, клык упадет на мордонца, блядь. Я вчера завангивал, бринтроль упал. А ты здесь даже, да? Все, это фулбаф даем, все здесь. Фулбаф, давайте рыбу. Вчера я разве бринтроль был? Да, в вечерней гильдии. Я там думал, какой нахуй не был. Какой-то челик с олчата за ним ходил. Месяца 4 уже ходит, блядь. Выпал. Я говорю, сегодня выпал. Рыба стоит падает в череп. Не, бринтроль чат-то падает. Ну где как, в разных рейдах по-разному. На кота редко падает. Никогда нахуй. Ни разу еще ничего нормально не выпало. Ни запястье, блядь, ни пояс нахуй. Уйдите с рыбы, блядь, люди не могут ее поесть. Уйдите, отойдите, кто там, блядь? Синтек. Блядь. Че, опять в одного хлепало, да? А кто второй, если что, должен был быть? Был быть, он на где ханте сейчас. Все, проверка на пул. Ага, давайте, понял. Блядь. Немножко добавилось. Ты на Болтина? Ты на Болтина стрелю кидаешь? И я на где ханта кидаю. Все готовы, спускаемся. Пошли, блядь. Время идет. Лучше ДКшки кидай. Ему удобнее. ДКшки? Там есть ДК. Ну, HQY ему, да? Ну сейчас по ДПС посмотрю. Да кому хочешь похуй вообще? Не кидай. Главное, чтобы на последней фазе, когда меня бежать, будешь менять, не заморозься. Ну я же сбоку бегаю. Да, ну, прям внимательно. Не, могу заморозиться, когда будут в сторону метки выносить. Вот тогда это вариант, да. Сейчас притяжками вот готовимся. Сука, кто такую озвучку ебанутую на ДБМ поставил? Беги, малышка, беги, блядь. Да чё, прикольно. Freedom, Алкина, блядь, как? После глыб, Булкин будет резать. Метки вниз. Ой, у меня освобожденка стою, стакаю, нахуй. Заебись, живу. По глыбам играем? Посильнее. Вот фуловые стоят, блядь. Возле локовских порталов падают, найдите. Фонкич. Справа близко. Это третья. Центральную бейте, у нее фул хп, сука. Последняя глыба падает, у вас глыбы не разбиты. Справа вон падает. 5 человек не видят. 6. Да нет, раньше глыбу разбили. А, ладно. Что дать ему по лицу, БРМ? Булкин, Алкину. Вставай, я живой, я живой, живой. А, это не Алкина, я перепутал, это этот, Акиса, блядь. Всё. Сори, я что-то, блядь, на А начинается. Баф по Энхо, блядь. Сейчас дыхание и после него притяжка, блядь. Готовимся, притяжка. Сейчас еще дыхание и взлетка. Можете уже фридом дать, палы. Давайте. Угу. Все, меточки ставим. Меточки. Не суетись, только не беги ко второму, блядь. Близко падает, вот видите. Успели, молодцы. По центру падает. И дамаг в глыбы, дамаг. Не стоим. Ай, блядь. Справа близко падает. Это третья. И последняя, убийца. Захилься. По центру далеко. По глыбам больше. Разбивайте глыбы. И
Можете фридом ожидать, сейчас будет взлетка. Последняя взлетка, давайте. Метки ставим. Только сильно, прям далеко, на 100 километров не убегайте от глыб, чтобы вы успели прибежать, спрятаться за ними. Вот, смотрите. Меточки вниз. Красиво. Слева далеко. Дамаг по глыбам. Там же слева далеко. Чуть левее центра. Третья близко справа. Возле крайней глыбы правой. Где ханта захил. И четвертая падает прям в звездочке перед передней глыбой. Фулл ДПС по глыбам. И фулл ДПС по боссу. До притяжки давайте, ДПС сейчас больше. До притяжки переводим. ДПСим. 3%. То же самое. Первую в звезду и разбить. Фаза пошла. 3 секунды глыба. Смотрим на ком. Есть истерия? Нет пока. ХКВ остался, остальные ушли. Не заморозьте. Эрдру, дерево, блядь. Дерево, сука. Сразу разбить, сразу меняй. Ну ты знаешь, я уже не буду говорить. Бегу. Следующую звезду и не бить. Внимание, топа. Фулл щитки, фулл ходы по нему. За ним стоим ровно. Мордон захилим. Ждем притяжку. Дотки немножко подвешите. Когда притяжка закастуется, все, не бейте. Когда закастуется притяжка, разбиваем сразу. И сразу следующую звезду, милики, не бежать туда. Все, звезду, топу разбить, топу убегай сразу. Милики ушли оттуда, там уже следующая глыба стоит. Иди, скидывай. Вот, отлично. Сразу разбить звезду. Вот, отлично. Следующую, вот, разбивайте. Немножко заходите босса. Следующую звезду и сразу разбить. Ага, вижу. Меняй. Вижу. Захотать, засчитывать. Я в точке, если что. Сразу разбиваем. Сразу разбиваем. Иду менять. Следующую также в звезду и сразу разбить. Милики то же самое. Иди. Татапсина. Милики ушли. Не заморозься, близко бежишь. Вот. Следующую в звезду и не бить. Будет притяжка. Следующую звезду. Скинул. Слэйр звезду. Фулл ходки, фулл баф по нему. Фулл ходки. Будет притяжка. Не бить. Не бить. Притяжка. Готовимся. Одна секунда. Не бить. Стоим ровно. Стоим. Все, разбивайте, разбивайте. Фулл ДПС. И следующую звезду и сразу разбить. И милики ушли оттуда. Звезды. А, милики ушли. Стой, танчи дальше, прожмись. Уйди. Уйдите сейчас. Меня сразу разбить. Мордонцы хили. Сразу разбить. Сколько там хп? Да хуя еще до берсы 2,5 минуты. Сразу разбить. Следующую звезду и тоже сразу разбить. Пока еще играем, бьем. Я скажу, когда Геро. Все, иди скидывай. Бобин Худа захотать. Фулл хоты. И сразу разбиваем. Еще одну притяжку и будем потом зергать. Сразу разбиваем. Следующую в звезду и сразу разбиваем. Этот Акиса. Захотать его. Фулл хп. Сразу разбиваем. Сразу разбиваем. Дай не зыбку на рейд, на тебе это. Ага. Блин, сам хотел дать. Следующую звезду и не бить. Это последняя в звезду метка. Звезду. Так, меняю. Иди. Стоим ровно за склепом. Скидываем. Это последняя. Будет притяжка, не бить. Будет притяжка, готовимся. Не бьем. Вот, отлично. Теперь разбиваем Геру все в стороны, глыбы все остальные. И фулл ДПС по боссу. Геру, фулл ДПС. Так, ты забрал? Чуть ниже. А. Да. Я пойду еще скину, блядь, там далеко. Ебать, ты еще в Долоран портани с этой глыбой. Не, дал нормально. Дал не зыбку. Все, дал не зыбку на рейд. Зелен гимн на хп. Добиваем просто босса, стой, чиль.
Ага, читаю. Вот, я вам говорю, тут нихуя сложного нету. Просто, блядь, делайте, что вас просят, блядь. Ну, я не первый день играю, поэтому, блядь. Просто делайте, чтобы он... скреп идите, разбейте, чтобы человек не задохнулся. И не забагался. Идите все разбейте. Я думал, часики упадут. Я думал, клык, блядь, упадет. Все, лич остался. А я думал, талик. РСка, давайте. Завоеватель. Я думал, печенька. Завоеватель. Сочный. Тата, убийца вам нужно? Сочный. Мне надо. Сочный. Два человека. Зелен и сочный, блядь. Зелен, на. Нашим вроде не надо. Народ, вы давайте инфу, если что. Все, если что. Если что, передать можно, там ничего страшного. Так, где ты? Это, на лича. Валик, не агрите, ставьте шкаф там на лича. Валик. Так, вары, ханты, шаманы, инфу мне дали. Они резнулись, что ли? Да, вчера же вора их били. Мы их не били. Ты что-то слышал там про Валику говорили? Ну, это нет, я не помню, есть они там, нет, не знаю. ДС ролем. Сейчас загрим. Не надо агрить, блядь. Сожрели одну. Ну, кто вас просил агрить, блядь? На портал веду. Так, Зелен. Память Малигаса. Количество... На портал только не заходите. Да, а, хотя бы никто не знает. Потому что боже. Килла, роль надо. Глеб, скинат кому, не? Надо. Кидай 40, во, хорош. Ну надо так, надо. Вторую сагрили. Вы чё, укараете? Бейте, Валик, сколько вас там человек, скажите быстрее. Сколько вас там у вас? Полрейда. Так бейте их, хули вы стоите. Сука, вот, блядь. Ой, блядь, вот ничего нельзя вам доверить, блядь. Ни до лича добежать не получается. Ай, сука, просто нет слов, нахуй, я не знаю, блядь. Ну почему, ребята, так? Ну это же ваше время тоже. Сами не цените свое время. Ну, если вам похую на свое время, то почему чужие другие должны все страдать? Вот у нас бой. Нам... Мы не можем, блядь, телепортироваться. Вы понимаете, блядь? Ай, сука, блядь. Нам морал нужен, чтобы до лича дойти. Да, я понимаю, нахуй, это от все. От портала, блядь. До портала, я имею в виду. На, видимо, на групплуте надо с вами ходить, блядь. Так там начнется, блядь, будет то распылять, то кубики нажимать, блядь, не по спеку, блядь. РЛ вам нужен, блядь. Вам пиздюлей надо просто, ребята, блядь. Ну, вам должно стать стыдно за такую хуйню, что вы делаете, блядь. Вы убили Валик или нет? Там долго эта хуйня будет? Их там добиваем. Не хуйня. Ну, давайте. Сука. Не могу, блядь. Не, наверное, мы вайпнемся без этого, без Рела. На Валика. Сука, я хуею, блядь. Аллилуйя, блядь. Заходите. Если б Гера не было, когда... Сейчас повайпайтесь на Валиках и получите КП. Если что, меня там не было. Я стоял на синдере. Короче, Ильич, это еще проще. Просто слушайте, что вам говорят, и все. Когда сбежаться, и все, пиздец. Там нехуй бить. Главное на панели, чтобы все кнопки за ваш класс были там на пулы, блядь, станы, вся вот эта параша. А то потом бывает, во время боя просишь дать станы. Ну, у меня нету на панели, блядь. Ну, пиздец. Ни дивана, ни регов на диван, нихуя нету. Дайте побубнить немножко. Поворчать. Вот видишь, давайте фастом еще о нем разок, может, убьем. Ну из-за меня поворчу, у меня горло болит. Да, ну горло болит, ну молчи, значит. Этот, кто он? Видите, на синдре одна метка была, и все справились. Вот на лече тоже одна метка будет. Хотя нет, давай еще поставлю все-таки вам. Вот тут, короче, стоит лич. Какая метка? А? Такая вот. Вот тут, короче, стоит мордонец. Вот тут, короче, стоит... Что-то далековато, да? А, не, нормально. Вот тут, короче, стоит... Рейд. РТДшники. Треугольники. Вот. Можно с танком стоять. Хочется, пиздец. Чек на пол, блядь. Потом в РС-ку летим. Булкин где? Релогается? Да не то, что релогается, блин. Установка связи. У него опять метка, нахуй. Глыба, блядь. Он как заебал это все, я ебу, блин. Да какая глыба? Никакой глыбы не было. Да я вообще. На интернет глыба прилетел. Я с такими приколами, блядь. Ебанусь. Нет, это впервые, блин. Я масло из ПДшной, есть у кого про запас? Масло мажьте, всю тему там. Кто говорит? Спасибо тебе. Да,
Еще хуёвее, когда у меня горло болит, и ролить надо, это вообще пиздец. В чатик пишешь, нормально все. Ее что ли оставить? Ну, вроде нормально заходит. Давай, Булкин, вся надежда на тебя, блядь, без твоего ДПС не убьем. Да-да, конечно. Так, проверку даю, принимай сразу. Ай, бля, я не могу. Тут это акт не подтвержден, я потом верну, бля. Принимайте. Были микролаги просто, после чего, когда исправил. Сейчас кто меня кинул ты ебучей палкой жонглера? Так, да, жонглеры я запустил. Давайте, хватит жонглировать. Прибыли, наконец, блин, неловко получилось. Он не туда кинул, сука, надо было там ушвырнуть. За обрывки, да, и туда, нахуй. Когда вайпаться будем, в полете поймаешь. Не надо мне тут вайпов, не надо проходку, а ко мне еще приеду, так что надо с первого раза убивать. Мне тоже надо проходку. Я захимбался. На самом деле не надо, у меня все на приоре, на эту начешку ебаную. А мне глора нужна. Согласен. Закатал. Что-то не слышу, закатай губу. Ну если две упадет, то заберем, ебать. Может три упадет. Да ладно, тут вары еще, паладины, всем надо. Да пускай чилят, ебать. Вары эти. А один. Тут что, спрута или нет? Да, что было, то и пейте, то и пускай остается. Так, истерию даун. Так, скоро чума. Скоро чума, готовимся. Будет скоро. Скоро будет. Чума, готовимся. ИВБ. Ну все, убегай с диспельни. Берегитесь. 3 секунды чума, готовимся. Так, на Мардонсе, отлично. Отлично. Скоро второй шаркарь будет, помнишь, да? Про 2 моба. Ну, да. Его заберешь и все. Скоро вылезет он. Через 3 секунды. Ну, ну далековато, конечно. Ты лицом поворачивай, когда вылазит к нему. Он туда вылезет. Да чтоб билики не парились. 2 секунды этот. Чума, смотрим на ком последняя. Фонкич. Не вижу. Вынес, нет? Диспел. Сейчас под ебалом сдохнешь, нет, блядь. На шаркарей. Реки. Того, не того, не знаю, забрал. Всё, да, нормально. Того, в чумой. Да эту хуйню уешим, на меня напуливаем. Не надо откидывать, ее надо уешить, не откидывать. Духа играем. О, меня прохиливайте. Сферки, ханты, Фонкич, где хант, Бобин Худ, все по сферкам играем. Сейчас может 1-2 играть, а на второй переходке все втроем играть, чтобы быстрее сферу умирали. Что-то шаркари там долго. А эти духа ебашим. Ага, протиспелили, я захожу. Третьего, если у кого на пул есть, на Мордонса напуливайте, третьего духа сразу лови. Это уже третий? Нет, это второй. Сейчас будет третий. Готовься. Так, вон он появился. Сферу разбиваем. Духа бьем. Все на пулы в духа. Конденсат еще налечи. 3 секунды, блядь. Шарик разбить, шарик. Шарик быстрее. Под ебалом духа не бежать. Фулл ДПС. Давай ретаунт. Ради моего спокойствия. Так, забрал. Фулл ДПС по валикам. Оскорнение мне не показывает. Сколько там? 10 секунд, да?
выходите из подвалик, милики все, на местность, куда летят вальки, в то направление, лужу не выносить. Все вышли, сейчас лужу смотрим. За раздражение захиливай отморозок, что там хилить говорил, нечего. Быстрее захиливаем, ну сука, блять. Ебать, я чуть не сдох нахуй. На жнице смотрите, хапал там, сильнее кастуйте, спамьте хилку. Все под незыбкой было сейчас. Грилит, дай СС по Войду, анименик по Мордонцу. Уже разбежались все, осквернение 5 секунд. Все вышли из отсюда, вышли, на маленький полукруг встаем. Близко к краю, только не вставайте, хватит, валька сразу унесет, блядь. Все по валькам играем, осквернение, вышли с него, пошли валик бить. Стан по вальке, по ромбику разбили. Ромбик, потом треугольник бьем. Замедление по вальке не вижу, есть по треугольнику? Вот, бейте треугольник. Сначала будет осквернение, потом вернемся в центр. В центр сейчас сова бежим. Не бежим, сова, похую. Пускай печенька току выкинула. Пускай, потом беснем. Центр не стоять сейчас, никто в центре не стоит. Осквернение секунда. Вот, осквернение. Все, возвращаемся теперь в центр, возвращаемся. От спины к краю будете лететь. Вон в ту сторону, в другую. Сейчас хватают три вальки, сразу их фулл АВЕ даем. Давай. Давайте Геру, я забыл нахуй про эту хуйню. Давайте Геру фулл дамаг по этой параше. С доскорнения есть 10 секунд. Поуешьте максимально валик. Все, 5 секунд. Милики ушли, все ушли из-под валик. Все по сторонам. Только в центр не лить, звезду не лить, оскорнение. Оскорнение секунда. Так, жнец душ, нахуй. Все, возвращаемся на другую сторону, где локовские порталы были, где кружок изначально. На другую сторону переставляю Люча, за спину Люча встаем, к кружку летим. Уярим. Вальки 5 секунд, осквернение 15. Осквернение, выбегайте уже с центра, 3 секунды. Все в центр, с центра ушли, с центра ушли. Как лужу разольете, сразу идем валик бить. Так, заражение прошло. Булкин ресай топу. Быстрее Войда захил. И фулл ДПС. Заражение. Булкин ресай топу. Сразу каску. И, вот, фулл баф по нему. Хуярим три вальки быстрее. Фулл баф по нему. Так. Осквернение 10 секунд. А, это пятая, да? Это уже вместе с вальками вроде. Короче, растягиваемся на рейндж. Полечу, пока не спешите, осквернение вот разольем. Все, теперь ключу сбежались, ключу на эту сторону. Фулл ДПС полечу, будем переводить. Поближе сюда от края. Ой, блядь, захильте. Все, фулл ДПС полечу. Незыбка у тебя есть, этот мордонец? Да. Когда это будет, как он называется? Зима. Да, зима. Мастер ауру на лед там поставьте, паладины, дадите тоже. Все, давайте, готовимся. На краю звезде уже стали все, вальки сейчас отпустят. Давай незыбку. Прожимочки свои отдаем, все, не сдыхаем. Захиливаем людей. Ну, сильнее захиливаем, но. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Кто у нас лежит? Слеер, Синтек. Когда переведем после жатвы, когда жатву захилите. От мороза креснишь Синтек. После жатвы, когда в комнату человека поберет. Вот этот второй твой. Быстрее по духам играем. Под ебалом не стоять, милики. Слеера будет резать тень убийцы. Тоже после жатвы. С третьего заберу. До четвертого. Ебашим. Так, на тесте ее. Четвертого духа на мордонца. У кого есть на пылы, даем. Шары, шары, шары разбить. Быстрее, быстрее, быстрее. Еще шар. Лича, сейчас ждем здесь. Подожди, не вставать. Да, сейчас захилить человека. Захилить Алкину. Все хилы быстрее, быстрее, быстрее захилить. Все, теперь я сойти, кого говорил. Тень убийца Слеера. Алкина сбить каст в комнате. Пошли на ту сторону сразу за лечом, уходим. Осквернение, что там, 5 секунд, да? По краям это разливайте. Осквернение 5 секунд. Веду Лича, короче. К Личу уже перебегайте сюда, не стоит.
Вот осквернение оставил. Отошли. Сюда, к личу беги. Ну не к духам беги, не к трону. Тебе же дамажить надо. Мордонец, хлопай. Мордонцы, хилим. Когда духи летят, и спами свет небес прям хорошенько. Че у вас по мане, нормально? Духи с тобой. Связаться хотят. Ставь ее контотем, зелен на ману читай, и потом убегаем. Уже бежим. Сдаю. Оскорнение 5 секунд. И все, и бегите. Да кастую в точку, если что. Оскорнение секунда. В луже не стоять. Все, бежим от черепка. Вот, молодец, беги к личу. Кличу, кличу. Сразу к личу бегите. В направлении из лужи, когда выбегаете, правильно выбирайте. Мордонцы хилим. Захил, захил его же. Ебать, хилы молодцы, среагировали. Все, там ману резайте. Если баф каких-то нет, смотрите. Осквернение после каста духов. Уже бежим, короче, на ту сторону. Не стоим возле лича. Секунда осквернения, смотрим на ком. Все, на край бежим уже. Из-под духа быстрее убегает там черепок. Все, за лича прячемся. Короче, отдашь сейчас это. Незыбку отдашь. На духов. Все, хорошенько хилим. Готовимся. Осквернение может раньше духов быть. Давайте уже немножко рассоситесь, потому что я не уверен. 3 секунды. Да, после каста будет. Нормально. И сразу бежим за лечом на ту сторону, там уже добьем. Осквернение оставили, бежим за лечом на другую сторону. Последние духи. Все, тут его будем добивать. Уже прячьтесь за кромбику вот туда. Я сейчас дам незыбку. Все, 3% добивать. Сейчас с первого утра. В смысле, мы всех с первого утра убили? Хорош. Да. Привет, привет всем. Привет. Всем привет. Привет. Здесь Хант. А где Хант? Где Хант? Кильдию кинь. Туп по ДПС. Бля, лайкнулись как лохи. Да, по-любому. 10% не добили ровно, да? Блин, жалко. Вы чё так? Да мы убили или чё? Эх. Я не знаю, у меня нет слов просто. Это, конечно, ну, я понимаю, это обидно, блядь, но я не знаю просто, что делать, типа... Ходить в груль магику обычку. Да, блядь, только это и остается. Вы сами видели, все прекрасно. Каждый КД видите, что босс убивается очень легко. Просто надо все правильно сделать. Вы все эти вещи знаете. Ну, тут, конечно, новые люди, которые не были на прошлом КД. Вот у нас что, проходки. Это Тапсина, Тень Убийца, Акиса, Отморозок, Зелиан, Бобин Худ. Ну, это не проходка, это, наверное, просто лич. Синдрой, ХКВ. Ну, типа, я на X4 еще не убивал лича. Ну, лич это понятно, там еще Лана, проф. Сейчас это, в РС-ку полетим. Так, можно мне обратно? Клятва, Метриос. Осколок, у нас кто на осколке в рейде есть? Никого. ГЦ, блядь, себе. А подожди, осколок... Так, народ, упал, погодите, не есть. Уползайте, я сейчас быстро все разрулю. На прошлом КД тот же лут был. Сейчас, короче, я вам это на ролл кину эту всю парашу. Сранит ролить. Да лору ты не ролишь. Роли только 2 человека. Ебать, у вас роллы, конечно. Бля, я походу дрифкону с роли и пиздец обидно будет. Так. Завоеватель надо. Если никому не надо, кидай мне. Народ, надо кому? Так. Молчат, значит, не надо. Куда мне? Попробуй на приставке 10, если Нурик отдашь. Ну, вот это вот защитник надо.
Я не знаю, танку тебе надо? Ну, вон Пикси написал, что он хочет. Пикси. Так. Так он другую хотел. Ну, это разберетесь потом. Это самое, Митриоз. Это, короче... Кстати, я не раздаю. Протопал у кого-то есть здесь? Или ну, протопал? Вон, убийцы кидай. У него да, у меня есть. Давай, убийцы дам. Это чисто на протопала про товары. И клятва. Вообще, по консулу я бы клятву котам дал, в первую очередь. Вот. Если у них нету, конечно. Булки, нам сейчас тебя надо? Не, я не выролила. Ну, смотри, как бы это, где хант. Ну, я бы на том месте, конечно, Булкину отдал. Так, я как бы кинул тебе, ну... Это а у нас второго кота нет? М? Был же вроде кот. А куда он делся? Кто, кто? В лигу ушел. Жопа кошачья. Еще какая? Нори, дай мне печать, пожалуйста, одну. Так, народ, если кому-то что-то из лута надо, я его буду разраливать здесь. Че, разраливайте? Я хожу, когда вы ошибались, и из рейда не уходите, мне вам еще и покидать. Еще и РС-ка. Это из-за уже того преста. Я еще... уже на того сяду. Да-да. С рейда не уходите, РС-ка еще. Там будете между хантами ролить? А жаль. Короче, ну, Нурик, я бы на месте вашему это отдал бы это так, коту. Колечко, кому там, надо. Потому что у него напрямую зависит дамаг, тебе только статы это даст. С учетом да, того, что мы еще 2 кд назад отдали вам арбалет просто так? Ну, я не знаю, там кто что отдавал. А, ты шмот переодел с Индры или нет? ХП маловато. Да. А то я заметил, я в этом, во фросте танчил. Да мы же сдохли, бафов нету никаких. Древковая дает. Не, ну все равно 50. Секундочку, сейчас скажу, Леонид, чтобы запись подтвердила. Все, не флуди, сейчас пускай разраливает килая. Ладно, уже пофиг. В следующий раз повезет.